Доброе утро. Как я и писала в одном из последних постов в Инстаграм, свое утро я начинаю с того, что готовлю завтрак на всех. Сегодня это будут гренки. Я уже достала, все приподготовила. Сейчас буду нарежу хлеб, забью яйцо, молоко, специи надо еще достать. И буду жарить гренки. Мои их очень и очень любят. Поэтому всем доброе утро. И хорошо начинаем свой день с хорошим настроением. Ну что, вот так вот выглядит мой завтрак. Гренки и кофе с молоком. Буду кушать. Всем приятного аппетита. Ну что, мы как собирались, с утра поедем сейчас на море. Телефон я с собой не беру, максимальный телефон, но телефон с собой не буду брать, потому что у меня оказывается каждый раз в сумке целая куча песка, с игрушек, с кругов, с полотенцев, со всего. И даже не помогает. Тихонечко у меня есть. Вот, поэтому мне проще его вообще не брать и не думать о нем, тем более пляж я все это вам показывала. Вот, так что мы поехали на море, на пляж, греть свои косточки, потому что скоро начнется школа, скоро заканчивается лето, и надо успеть насладиться морем, теплом, песочком. В общем, все, мы побежали. Мы очень классно купались на море, прям в обед уже вернулись, пока сейчас омылись. Вообще очень-очень классно сейчас на море, нет прям такой жары, людей уже очень-очень мало стало, прям вообще классно. Вот, надо решать, что делать с обедом. А Рома хочет жареную картошку с грибами. А я ему предлагаю, чтобы он сам ее пожарил, сам приготовил. А он как-то пока не очень соглашается. Вот, я пока детишек скупала, сама искупалась. В общем, надо идти на кухню и что-то решать с обедом. Поэтому, наверное, пошлите, наверное, будем сейчас жарить картошку. Иду я, значит, на кухню. Что ты делаешь? Картошка с грибами. Ты сам решил приготовить. Скажи привет. Да. Всем привет. А, что ты засвеченный, ну ладно. Та-дам, это будет наш обед. Классно. И почему я Роме предлагала ее пожарить? Потому что это его коронное блюдо. Да, Ром? Ты всегда ее готовишь. Ну, надеюсь, понравится. Да, ну как, ты же не первый раз ее готовишь. Так что вот, такой у меня муж почти кулинар с коронным блюдом. Ну вот, все готово. А, пахнет вкусно. Будем кушать сейчас. Всем снова привет, у нас начался новый день. И вчера вот то, что я снимала еще на кухне, мы потом пообедали, все, больше я ничего не снимала. А все почему? Потому что мы бездельничали, мы просто бездельничали реально после обеда, мы больше вообще ничего не делали. У нас было очень такое расслабленное состояние, потому что мы устали очень после моря, прям с утра мы так приутомились. И поэтому у нас прошел такой очень спокойный, тихий вечер, мы просто бездельничали. Дети там играли, смотрели мультики, я там на ютубе позалипала, там чуть поработала, как бы, ну, все это было достаточно в таком расслабленном режиме. Вот, поэтому я решила, что как бы, ну, совсем немножко вышла и сделать два в одном, поэтому сегодня я продолжаю снимать. Сейчас у нас время уже приближается к обеду. Я поставила на обед, хочу куриные ножки сделать со специями. Они уже стоят там, сейчас они немного протушиваются, потом я их поджарю. Вот, у нас там макароны оставались, чтобы как гарнир был. Вот, поэтому сегодня продолжаю день. И давайте продолжим его вместе. Ну и вот так вот выглядит наш обед. Ножки поджаренные со специями, в основном с карри, которую мы любим очень до приправы. И макарошки, все это уже кетчуп, сметанка. Ну, в общем, кто что любит, будем кушать. Всем приятного аппетита. Смотрите, какое мороженое. Будем пробовать. Очень пахнет, как пломбир наш. Обычно только добавка немножко другая. Поэтому сейчас будем пробовать его. Оно должно быть вкусным. То у нас уже вечер, сейчас пойдем гулять. Мы поубирались, попылесосили везде, перестелила постель, поставила стирку. В общем, позанималась домашними делами. И сейчас мы отправляемся на улицу гулять. Там как-то немножко облачно, прохладно, хороший такой ветерочек. И мы отправляемся гулять, в общем. Ну, вот так прошли наши два дня. На самом деле, первый день мы бездельничали, а сегодня мы достаточно продуктивно поработали и погуляли. И, в общем, такие более лайтовые дни, что ли, у нас прошли. Вот, поэтому начинаем мы снова работать в усиленном режиме, потому что сентябрь нам обещает большие-большие перемены. Будем смотреть, что и как дальше будет двигаться, как будет все происходить. На самом деле, ну, такое интересное состояние сейчас жизненное, потому что, ну, все хорошо, но
ты не знаешь, что дальше, и все может в любой момент измениться, какие-то новые могут произойти события, которые от тебя не зависят. Вот, поэтому, не знаю, это сумбурные, в общем, у меня мысли, если я начну, наверное, все выражать, видео, во-первых, полностью затянуто, во-вторых, перескакивание с мысли на мысли тоже не очень интересно смотреть, вот, следующее, наверное, выходные, скоро я уже не буду ничего снимать, будем отдыхать, наверное, больше там работать, отдыхать, как бы, ну, не думаю, что будет что-то интересное, что можно будет заснять, а просто повседневность я тоже не хочу. Вот, а следующая неделя нам обещает уже более интересные события, потому что у нас там уже запланировано как минимум 2 дела на следующую неделю, поэтому будет о чем рассказать, чем поделиться. Вот, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, лайкаете, пишите комментарии, очень приятно. Всем пока-пока.